Ну что же, хочу специально снять еще более один нюанс в пользу того, что правильно сливать масло все-таки с помощью насоса через щуп. У меня уже есть видео, в котором я сравнивал, например, на «Жигулях», когда с «Жигулей» слил через щуп, открыл пробку, даже не капнуло, и там есть возможность палец засунуть, мизинец, засовываешь, и так и не смог достать до масла. То есть выбирает лучше. Но вот у меня Шкода Октавия, я хотел показать внутри фильтровой элемент. Фильтр я снял. И вот смотрите, есть три отверстия. Ну, во-первых, по бокам остается масло. Но тут его можно тряпочкой вымокать. Приблизительно 2,5 сантиметра по вот этот бортик, вот эта вот центральная горловина, она выступает на 2,5 сантиметра и все заполнено. Но это можно, ну, я уже сказал, тряпочкой выбрать. Но внутрь идет трубка, из которой нужно грамм 100 выбрать. И вот здесь еще есть отверстие, вот здесь, не центральное, а вот, вот это, в которую засовываю, я думал, насос перестал качать. Засовываю, а там все масло есть и есть. Вот там есть теплообменник масла и тосола, антифриза. Так вот, из него, ну, я не знаю, 200-300 грамм я выбрал. Поэтому, когда я вычерпываю отсосом, я могу вычерпать оттуда. Тряпочкой вы оттуда точно не вымокаете. Поэтому, поверьте, лучше все-таки это сделать с помощью вот такого насосика. Бывает так, что он, я не знаю, может быть, там слишком гуще какая-то была. Но когда я туда опускал, он два раза переставал качать. Ну, ничего, открутил. Ну, снял шлангочки туда, или бензинчика, или я пшикнул очиститель карбюратора, пшик-пшик, на включенном. Он вычистил какую-то жижу, и все встало в порядке, снова подключаю и снова качаю. Не знаю, раньше такого не происходило, сейчас именно когда я засовывал вот сюда. Связано это со случайным совпадением или нет, не знаю. Но суть в чем, что все-таки самостоятельно, я не знаю, выберут ли вам на СТО отсюда, но, ну, грамм 350 я вот из этих дырочек, не считая вот этого кольца, которое можно выбрать тряпочкой, я выбрал. И это плюс к тому, что лучше насосом. У меня есть видео на канале, как сделать, где взять насос, как сделать такой насосик и подключить его, но это дополнительный плюс к тому видео.